Хей, йо, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac Tributes Plus. The End. Мы получили концовку, как вы видите. И сегодня мы играем за Айзека. В прошлой серии мы играли за Зазельку на Харде. Изик, твоя очередь. Не знаю, давайте, наверное, тоже пойдем мы с вами в рай. Как в прошлой серии. Так, теперь главное, чтобы мне повезло с золотой комнатой. Да? Да. Главное, чтобы она хотя бы выпала нам. Шипасты, да, они дают. Окей, иду в шипастую. Окей. Вот, золотая, наконец-то. Глаза. D7. Фигня фигней. D6, D7. D20, кажется, нормальная вещь. Только она чисто вся рандомная. И она автоматически превращает нашу кость в рандомную. Одну из вот этих, которые вообще есть в игре. Так, спектральная доска. О, голова собаки. Берем. Голова собачки. Так, ну это мы с вами в горящем подвале, да? Ой-ой-ой, парни жареным завоняли. В принципе, рано. Рано, сказал я. Я вообще забыл, что я хотел сказать, но ладно, значит, это было не так важно. Урона у нас с вами прилично. И это самое главное. Так, стоять. Повезет, не повезет. Не повезло. О, босс. Ух. Почти, почти. Ко мне иди сюда наверх. А, вас там еще двое. Сверхразум убил врага до того, как он появился. Так, в принципе, можно идти на босса. Боже, сколько он раз у нас уже попадался? Я не знаю, это что уже, фетиш на призраков? Когда у нас Хэллоуин, ребят? Пожалуйста, скажите, кто знает там, когда у нас Хэллоуин? Ай. До конца, до конца, до конца его. Молочко, рандомим. Гадалкин. Сила, окей. Сила — это норма. Здесь нормали. Нормали, нормали. Полет слез. Тихо. Тихо. Я кому сказал тихо там? Маним. Так. Так. Нихера. О. Главное. А у меня ключа нету. А ну, кокульки, дадите ключика. Да, они дали мне ключ. Они меня так послушали и дали ключ. Бессмертная муха. Ключ, пожалуйста. Мне нужен ключ. Гадалке нужны ключи. Нет, не бомбы, ключи. О, хотя... Тут монетка. Хорошие камни не наблюдаются.
ключ. Такое, ладно. Ключ. Ключ, наконец-то. Все, как раз пойдем с вами в золотуху сходим. Зареролим, если там дерьмо. Да и все. Пойдем выше, там, скорее всего, будет босс. Ох, отлично. Кровавые слезы. Отлично. Одна бомба. Хочу. Не хочу зря идти и покоцаться. Вот что, 10 хп, ребят. Жесть, что да. Да, возьму. Мы уже много прошли комнат, поэтому я не думаю, что мы успеем зарядить полностью. Я только экономлю время. А я был прав. О, еще плюс ключик. Блин, они мне не... Хотя... 50-50. Давайте на скилле играть. Ой-ой-ой, что ты подлакиваешь? Пожалуйста, можно мне убить его? Убейте. Вот, мне вот этот не нравится, он меня закоцает. О, убили, все. Я его убил. Так, пол сердца, заходим, смотрим. Хвост кошки, нет, гарпию я не хочу собирать. Ложка спидап. Скорость, в принципе, передвижения мне не нужно, потому что там есть несколько предметов, которые могут типа только отнять у меня. Да. Скорость передвижения нет. Так, будем рассчитывать в основном на райскую комнату. Если будет Абадон, я возьму Абадон. Давай. Так, а что по времени? 10 часов. Пол сердца скакульки. Так, убиваем. Уху прогоняем. Ураву... Уворотливая какуля. Так, наверх, слышал ключ. Ой-ой-ой. Странный паучара. Я на него засмотрелся и получил дамаг. Давайте вниз. Так, еще один ключ. У нас как раз зарядился с вами предмет. Ну, это, конечно, было понятно. Чемпионские версии больше хп, значит... А, там один даже отражает мои выстрелы. Не, я зайду в магазин, конечно же. Так, монетка, 10 монет закидываем в автомат. Окей. Так, 25 на гуд комнату. 25 это гуд. Гуд на гуд дает гуд. Мне бы 3 монеты еще. Было бы вообще замечательно. Крепкие, рандомные... Шот, скорее всего, меняет стату. Безы. Так, сходим тогда сразу и в нижнюю часть, чтобы не возвращаться. О, у нас как раз здесь было то, что мне нужно. Золотая комната. А, у меня такие слезы становятся. В принципе, все увеличится, поэтому почему бы и нет. И дамаг, и скорость увеличится.
Так. Так. Главное за вот этими смотреть, чтобы они наперед не стреляли. Потому что они стреляют туда, куда я буду двигаться. По их мнению. Так, ХП у нас там нигде нету. Бомбы, бомбы, бомбы. Давайте, короче, пойдем, я думаю, на босса сразу. Так, чемпионская версия, быстрая версия. Варина. Чемпионские версии у нас на фул дамаг наносят урон. Поэтому как-то так. Бутик. Реролим монеты, окей. Так, каф, в принципе, можно побежать в другую сторону. Можно еще сходить. Будет, бля, это возвращаться. Не знаю, стоит ли. Не, я могу, конечно, вернуться обратно. Чтобы. Ой, блин. Давайте пускай лучше сердца, так как у меня больше вакуумов. Сердцами. Я просто думал в магазин вернуться. Чисто из-за того, что там есть автомат доната. Может быть на 350-м типа улучшится автомат. Как-то так. Нет, не улучшилось. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, а если я Стрэндж заюзаю, я отхилюсь? Там черное сердце, которое не подобрать. Ладно, хотя бы тут есть сердце. Хотя бы тут есть сердце. Можно попасть. Спасибо. Он уворачивается, он просто уворачивается, он мансует. Чемпионская версия, херовая версия. Одни жуки, одни жуки. Урон у меня, в принципе, десятка, но... Блин, я не чувствую то, что я наношу эту десятку. Как бы урон и есть, и с другой стороны урона и нету. Мух я и так бы ваншотил. Вот, допустим, пауков, сколько я им нашел урона. Но они не убиваются, вот эти большие. Блин, я... Что, почухаться уже нахуй нельзя? Меня за 6 что-то кусало, блядь. А! Ну да. Ну да. Конечно. Именно так. Больше никак. Пастухуец. Дымбой. Имба есть, а рук нет. Да блять, как вы заебали! Какого хера у меня опять пол сердца только? Где золотая комната? Я уже много облазил. ХП дай! Нахуй мне ваши монеты, дайте ХП. Ладно, пойдемте до конечной.
тупые. Блять, я чуть его. Да. Ну, хотя бы отхилился, ладно. Получил монеты. Я иду в магазин. Зачем? Чтобы купить сердце. Так, взорву парня. Чтобы был... И что, получается, у нас все внизу там? Блин, давайте сюда. Пипец, это ж не Excel. Нахера такие лабиринты делать? Не Excel, но лабиринты строят, как я не знаю. Золотая комната. Пава-тролль-бомб. Отвалите! Монета. Белоснежного нужно грохать. Блять, это ёлы! Псы. Просто псы. А можно узнать, а у меня амулет будет работать? Так, он точно дает мне шанс на сердце? Heart VSK. Ну когда... Heart spawn as full heart. У меня хилит, когда я открываю двери. Да, ну, когда я юзаю этот ключ. А, я понял. Класс. Держу в курсе, что этот предмет теперь херня у меня. Почему? Потому что он... Тебя, короче, хилит, когда ты... Используешь ключи, но у тебя не выпадают сердца. Когда у тебя хотя бы полное одно сердце. Ну, я так и понял. Что-то тут, блядь, не так. Что-то мне красные сердца нихера не дают. Клещ, боже. Это самый убогий предмет. Клещ, тикер. Тик-тик, этот сраный. Неужели я нашел тебя, золотунья моя? Ай. Где? 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 Блять. Погоня за этими даунами меня скоро сведет в могилу. Давайте, поехали. Дальше. Я понял. Я тебя понял. Я тебя понял. О, это можно взять. Вот это я возьму. Это я возьму. Так, погнали в магазин, да? За батареечкой. Что тут за кар... А, бомбы спавн. Спавн-бомб. Так, ну, в принципе, у нас 5 монет. Потратим, одну закинем в банк.
Все готово. Так, босс. В пещерах, в принципе, может быть босс у нас... Червь. Надеюсь, это будет червь. Хотя это затопленный подвал. Ну ладно, и тоже нормально. И так нормально. Да ты умираешь, чел, все. Ладно, его нужно добить. Так, плюс дамаг. Не вижу ничего странного, чтобы его взять. Так, дэп. Плюс карта. Так, там дамаг. Батарейка. Батарейка — это хорошо. Обожаю, обожаю. Выживание с одним сердцем? Извиняйте, нет. Извиняйте, но нет, я не хочу сдохнуть. Извиняйте, но нет. Еще батарейка. Ай. Отхиль меня. Паникакашка, все отлично. Я счастлив, как не знаю кто. Та-та-та-та-там. Так, наверх. Наверху что, никого нету? Ничего себе. Так, погнали вниз. То сейчас снова куда-то далеко-далеко забежим и так не найдем нихера. Две батарейки есть. Пять монет. Сука! Боже, тут такая же херь, в принципе. Даже нам сказать выбирать не... А, нет, здесь то, что мне нужно. Тут монетка плюс. И плюс будет монетка. Говно мы ломаем, потому что у нас предмет на говно. Удача у нас две. Две удачи. Непонятно, как-то ломаются они. О, ХП. Так, это подбиральщик. Ну, последнее только его. Четвертый левел хороший, так. Я не помню, что надо. Стекло. Кровавый след, кажется, да, оставляем там. Типа того. Так, вижу то, что мне нужно. Хороший камень. Обнаружен хороший камень. За этот забег. Или донатим машину. Ладно, убиваем и донатим машину. Готово. Так, окей.
Так, это деп у нас один. Поэтому мы с вами будем искать босса. Как раз у нас с вами зарядится наш прибор. D6 наша. Плюс две батарейки у нас валяется. Одна продается в магазине, да? Ну, пускай будет да. И нормально выходит. Так, великолепно. Так, как раз должна зарядиться, все отлично, зарядилась. Еще монеты, я могу купить один себе предмет. Жирный. Жирный враг попался. Да елки-палки, почему именно сюда? Давай. Два раза меня закоцал. Гамнюк. Ой, спасибо, чел. Ребят, я не знаю насчет этого, будем его брать или нет. Посмотрим, что сейчас выпадет отсюда. Терза. Ла. Коробка. Коробка — это такое себе дело. Пойдемте реролить коробку. Возьмем тогда дальний, да, нам предмет. Дальнюю тогда эту возьмем. Батарейку. Чтобы не так было потом далеко бежать. Дально вот так ее подвинем поближе. Хотя вот тот же, допустим, этот младенец, он тоже как бы нормальный, по сути. Но им нужно, короче, врагов коцать. Ебать. Маршмеллоу. Мешрум. Ну, кажись, ребята, это имба. Дальше можно не смотреть, это easy win run. Или нет. Мне главное еще дожить. Мне еще ни райская комната не упала за этот забег. Хотя даже 75% было. Так, некрополь. Блин, может мы этого соберем? Слышите, я думаю, грибника. Было бы классно. Будет классно, если мы грибника соберем. Урон 12. Убиваем с 3 тычек. Готово. Бомба. Минус. Наверх. И все, да? Так, а что ты нам даешь? Ничего нам не дает, только увеличить типа снаряды. Так, мне до хера. Нужно искать магазин. Кажись, меня услышали. Это не магазин. Идем дальше. Идем дальше, ищем дальше.
Бежим дальше. О, нашли одно, то, что нужно. Тупый мошкин. Хуя, вы кусаетесь. Ладно. Хрень на хрени. Так, магазин. Какой-то бомжатский. ПФФ, но у меня нету кого юзать. Батарейку по дешевке можно взять. Сердце. Нет. Халявные заряды. Так, все. Погнали, короче, реролить предмет. Возьмем рака. Как будто я в доте. Чувствую себя личностью. Чувствую себя раком. Так, минус. Готово. Монета, погнали, купим пакет. Мужиком пакетом. Батарейка в голове. Чем бы и нет? Блять, меня словили! Хуёво. Ретровижн. А, меня два раза задамажили, даже после того, как... Я не наступил! Что вы мне пиздите? Я не наступил. Бля, нахуя я это сделал? Нахуя я взял еще батарейку? Ёбаный в рот, ёбаный в рот. Как достать мне эту монету? Ладно, хотя бы монеты у меня хватает. Да-да, коцайте меня. Люблю, когда меня пиздят. Так, хорошо. А что у нас выходит? Так, мы собирались с вами тоже в рейд, да? Ладно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. О, сердце. А тут что у нас было? А, дамаг. Бля, это агрессивная нога. Такая хуйня. Агрессивная нога, и такая хуйня.
немножко постой, и все, готово. Так, идем сюда. Видим, что тут дерьмо. Смотрим сюда. Можно это зареролить, в принципе. Нам дадут предмет, если не ошибаюсь. Кажется, нет, нам не дали нихера. Никакого достижения. Поэтому считайте проебанным все. Все проебано. Puberty. Хилап. Хилап, хилап, хилап. Капец, я теперь вы. Это аж красные кокульки. А я думаю, где деньги? Почему мне нихера не падает? Так, гол. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Убивайся, убивайся. Минус, 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 минус. Готово. Плюс ключик. Взрываем. Пес у меня. О-о-о. Здорово. Нужен заряд. Нужен заряд. Донат машин. Возьмем. Камакит. Инвизный челик. Они инвизн. Они меня не видят, пока я не атакую. Когда я атакую, они меня видят. На самом деле это прикольно, потому что можно зайти вот так прочекать комнату. Не спеша, и потом начать атаковать. Так, давай, давай сюда. Чего? Я туда не хочу. Ау, ау, больно, больно. Блять, пидорас. Возьмем тебя. Взрываем тебя. Подбираем это все дело. Входим. Теперь я могу заходить, уходить. Зашел, прочекал, ушел. Вот тихо, там кажется стена, да? Нет, показалось. Бля, придется все-таки туда идти. Хочу. Не хочу, нет желания, я бежать сюда. Пронесло. Здрасики. Сейчас он еще взорвется, мне урон нанесет. Не вижу. Что у нас в той стороне? А, то есть мы все равно атакуем тебя, даже не видя, да? Хорошо сработано. Good job, guys. О, блядь. А, похуй. Как он меня видит? Вот скажи мне просто, приятель, как ты меня видишь?
Чё за читы? Что за читы? Да ну, блядь, воздюк. Вы понимаете, что сейчас произошло? Я просто зашел задамажиться. АЕФ. ОЕФ. Ласт. Держу в курсе. Просто, блять, вот зашел, получил дамаг. Просто. Агу в подвал. Не хочу. Ничего я не хочу. Это сложно. Здесь пиздец как сложно. Умирайте. Минус один. Два, минус два. Странная монета, которая никому нахуй не нужна. Ебучие щиты. Он как будто знает, где я. Так, мне сердца нужны. Костры, дайте мне сердца. Либо я чувствую, не доживу. Блин, взорвать скелет, головы эти. Джара. Джара, Джара, Джара. Вниз пошли. Ай. Ай. Гигибан, трансмиссион. Пуберти. 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 Яра. Яра, яра, яра. Все, ништяк. Ух, ништяк. Шансы есть, окей. И все проебано. Ниже. Да ебать! Крысы! Манать вы крысы. Поехали, пять сердец.
Ай. Тихо. Поехали. Ай. Хуйня, хуйня. Блядь, вот эта атака у него имбовая. Типа, хуй пойми, когда он будет ее использовать. Готово. Он во мне появился, он во мне появился, он во мне появился. О, а взрывы мне вот эти full damage не наносят, да? Или это стекло? Потому что у меня. Фух, ну, просто я выжил. Но у меня как бы телепортации следующей нету, поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.